Здравствуйте! Всем привет! Мы с вами находимся в Приморско. Это небольшой курортный городок в Южной Болгарии. И сейчас мы вместе пойдем на пляж. Это северный пляж села туристического Приморска. Посмотрите, какая красота! Такое шикарное море. Мы сверху смотрим панораму, вам показываем. Не знаю, сейчас вот я буду снимать против солнца. Посмотрите, какое безбрежное море. И внизу проходит дорожка, по которой можно гулять и обходить весь этот полуостров. Прекрасно просто, да? И говорят, что здесь на 50 метров очень мелко, удобно с детьми, там вот уже народ есть, но пляж очень свободный. И вот лестница, да, спускаться туда тоже. Длинный такой пляж. А это мы приближаемся к южному, да, пляжу? Это южная сторона Приморска. А вот тут что-то как сеть какая-то стоит. Что такое сеть? Вот. Где? Это. А, это. Долян, это рыбой. А, рыбу. Рыбу ловят. Да? А можно ловить? Можно, да. Да? Здесь, где находится место, ну, есть такое мидийное ферма, мида, как вообще? Ага, мидия, да. Они тоже так. Интересно, красота, конечно. И вот там, а вот, вот это вот, вот южный пляж, да? Не, вот? Это Мемеце, пляж Мемеце. Еще один? Значит, здесь такой южный пляж Мемеце, потом стоит северный пляж Китин, там любой город Китин, ага. Так, залив так. Здорово. А это вот туристический корабль? Да, да. Они там на масляный нос ходят, там такое заведение. Делают Робинзон, как девации там. Такие. Аттракции такие делают, да? Пиратскую партию развивают. А, понятно. А на масляный нос на пещера. Ну вот здесь река впадает в море. И для того, чтобы пройти на южный пляж, видите, по такому мосту надо пройти. Ну что, пошли за Валей? А эта река какая? Дьявольская. Дьявольская. Все здесь такое мистическое. И каждый день черепашки плавают. Ой, черепашка, что-то... А, ее чем-то кормят, что ли? Как же... Вот там, видите? Вот она, черепаха. Так, что-то кушает. Хлебушек, наверное. По-моему, так хорошо. Идем на пляж. Ну вот и пляж. Видите, как свободно. С 8 до 18 работает. Так, и здесь уже будет зонт и шезлонг по 7 лева. То есть вместе получается 7 евро. Но это бессрочно, можно целый день пользоваться. Так, места много. Всех желающих может вместить. Естественно, есть и какие-то ресторанчики, барчики.
шикарный кадр просто будет. Это тоже все на пляже. А сколько стоит ваш кусочек пиццы? 150. Да не 150, а рубль 50. 2,50. Да, 2,50, да? Понятно. 150. Лево. Ага. То есть делим на 2, получаем евро. Вот такие колоритные пиццы, такие колоритные молодые люди здесь. Черный. Ну да, это не Бургас. Это Приморско. Даже не северный пляж. Нет, это да, ничего же сушится. Мягенький, хороший. Море. Здесь, наверное, даже взрослые становятся детьми. Ну как, водичка? Хорошо. Угадать. И действительно, так долго можно идти. Вон люди как далеко стоят, им по колено даже нет. Это специально детский пляж. Можно поваляться вот так в водичке. Ну вот такая вот водичка. Прозрачная абсолютно, несмотря на то, что народа много. Видите? На самом деле Приморско – это прекрасное местечко для семейного отдыха на море и по очень приемлемым ценам. Если вы хотите отдохнуть в этом чудесном месте, напишите нам, и мы подскажем, где снять комфортное и недорогое жилье. В прикрепленном к этому видео комментарии указаны наши контакты. Обращайтесь, и мы с удовольствием поможем организовать ваш удачный отдых в Болгарии. Кстати, не забудьте поставить лайк этому видео, ну а также подписаться на наш канал и нажать колокольчик. Ну все, до новых встреч. Пока-пока.